Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба. Сегодня будем играть за Бобра Бетси. Сегодня у нас будет сборочка вот такая вот красивая, скорее всего. Хотя, может быть, поменяем еще что-нибудь, но тут вряд ли что-то будет меняться. Будем сегодня играть в Ражелов скине, да, но хоть с анимацией, хоть единственный, да, хоть что-то. Хоть что-то красивое в этом есть, да, немножко. Из акций разработчики запустили всего лишь одну, да, и это была старая акция, которую уже недавно запускали, ну, относительно недавно. Вы сейчас видите картинку на экране. Акция «Купи два премиум набора в магазине и получи бесплатно черный сундук». Не черный легендарный, который нарисован на этой картинке, да, ребятки? Это чисто, знаете, как сказать, обманка, да, чтобы вы купили. То есть вы думаете, что вам дадут черный легендарный, а тут написан просто черный сундук. Черный обычный сундук, вот, который там сзади размытом фоне, да, вы видите на этой картинке. Так вот, переходим сейчас в магазин. Вот это вот. Два предложения. Вот такие вот два предложения. И вот такой вот сундук, который на левом предложении вы видите, да, вот это он и будет даваться как бонус. Ну и все. И все. Кстати, вот по гемам, заметьте, 190 тысяч это пока что максимальное число гемов, которые за такие деньги предлагают. Ну, как говорится, экономика потихоньку возвращается, да. Надеюсь, оно все-таки вернется. Разработчики вообще надо бы им переделать, потому что, ну, это неадекватные цены. Ай, да, неадекватные цены, неадекватные разработчики, еще что-то там такое всякое разное. Чего у нас еще сегодня будет? Вроде бы все, ивентов никаких не запустили, ничего прям тоже нового нету. Но есть информация, ребятки, по поводу выхода нового персонажа. Наверное, прям точно сказать дату я говорить не буду, выхода персонажа, но я скажу не скоро. Не скоро, помните, я там говорил, когда? Говорил, когда персонаж выходил, или после этого, на следующий день. В общем, что-то около того говорил, что так и так, что там возможно, что вторая часть обновления, кстати, про вторую часть обновления я уже давно говорил, что вот она задержится. И главное, чтобы она не вышла там задержка там кучу дней, да? Так вот, походу выйдет. Походу выйдет задержка кучу дней. Пока что ничего оптимистичного нет. А мне кажется, просто к тому, что выпустят нового персонажа. Ну и... Вот животное. Мне кажется, что выпустят... Ну ладно, там что-то дробовик на лутал. Не будем. Так вот, мне кажется, что по поводу того, что выпустят нового персонажа. И этого нового персонажа выпустят... Вы видите этот урон, да? Эта пчела мне легендарным луком сейчас снесла, если что. 9 уровня. Это, знаете, мне вот недавно писали там, что 8 уровень, оказывается, не сносит по половине здоровья. Оказывается. Оказывается, не сносит. Представляете себе? 8 уровень, оказывается, не сносит по половине здоровья. Удивительно, да? Не сносит. А мне почему-то сносит. Мне вот почему-то 9 уровень пчелы только что снес фул здоровья бобру с лука. Совпадение, да? 17-му. Конечно, совпадение, я просто ничего не понимаю. Знаете, мне там гении все-таки доказывают в комментариях, что они, вот они знают, а я не знаю. Я, оказывается, ошибаюсь. Ага, ошибаюсь. В этой игре можно ошибаться. В людях, которые не могут одну кнопку нажать. Очень сложные ошибки, я могу, я допускаю, конечно. Хотя я могу одну кнопку нажать, они не могут, понимаете? И то, ну ладно, не всегда могу, скажем так, да, будем объективными, ребятки. Не всегда я могу одну кнопку нажать. Да, бывает так, такое, что не могу одну кнопку нажать. Бах там, конечно, приофигел. Конкретно приофигел. Блин, моя команда такая бесполезная, смотрите на них просто, это жесть. Тут пытаешься, наносишь урон. Бак их, это, приуныл, сбежал, спрятался. Ты тут стоишь, соло разваливаешь, да? Все просто разваливаешь, так сказать, своего, своей берлоги. Гений на еноте думал, что реализуется, но не получилось, немножко не протонуло. Ставим стеночки, продолжаем разваливать там гениев, которые бегают. Джейд здесь бегает. Она, конечно, от моих гениев по команде отхилится. Конечно же. Это же гений моей по команде, вы же понимаете. Но не добежала, к счастью, к нам. Всех я спасать не буду. Спасу тех, кто были рядом со мной. Вот. Здесь всякие друзья разные есть. Вот мы их и спасем. Позже аптечку специально лутать не буду. Бака за феромонил. Тут как бы ничего сложного. Да. Бак, как, чтобы вы понимали, Бак на меня два раза пытался ворваться, два раза его зафиромонил. Там еще и капкан под него поставил. Ну, короче, стоял секунд в 5 в контроле, ничего не мог сделать. Вот так вот, да. Ну, кое-какой бой получился, конечно, не самый прям эпичный, самый интересный. Ну, вы видите, да, команда, ну, очень слабых. Против меня какие-то там, знаете, жесткие ребята бегают, стараются, там, кнопочки нажимают, все дела. Ну, Баку не повезло, так бы он очень много мог заряжать в этом бою, если бы его вначале не законтролил. Моя команда, что такое кнопочки, где их нажать? Умирали все. Кого-то смог спасти, кто-то просто убежал. Ну, типа змеи, да? Вроде у нас была змея тут. Вроде была, да. Ну, в общем, ладно. Что такое? Говорится, каждый старается как может.
Ну, просто. Просто разницу-то заметьте. Игроки из противоположного склада и с моего. И такое вот дело часто происходит. Я не знаю, почему. Возможно, это баланс такой в игре. Типа, если ты адекватный игрок, то тебе самых больных животных кидают. Возможно, возможно. Тогда как бы это объясняет очень многое в этой прекрасной игре. Ну, смотрите, 6, 8, 13, 10. Хотя иногда мне кидают нормальных игроков. Вот, опять же, 12 поберут у нас. Хотя не факт, что он хорошо играет. Тут как бы сложно понять. Бицуки у нас все равно нету, поэтому за киллами гнаться не будем. Не вижу смысла. Но в любом случае надо что-то делать адекватно. Киллы надо все равно делать. Вот, Рави там бегает. Заметьте, на меня накинули эту штуку, блин. Смотрите, как красненький смотрится. Мигает-ка. Красиво, да? Да, красивенько мигает. Но мы сейчас просто тогда поиграем. Что это меня только что отталкивало? Интересно, я так и не понял, что меня отталкивало. Нате там урон им закинул. О, даблкил, смотрите, неплохо. Опять 13 джейд против меня играет. Совпадение, да? То, что против меня играет 13 джейд. Очень большое совпадение. Очень большое. Нравится совпадение. Очень нравится. Еще какие-то противники пришли из ниоткуда тоже. Мешают мне играть. Прям как по расписанию, да? Приходят там одни, вторые, третьи, четвертые, пятые. И все мешают играть. Нравится, нравится. Просто нравится. Смотрите, Рави залутал аптечку, пока я тут пытался всех убивать. Еще один сквад пришел. Тут и слон в этом скваде есть прекрасно, да? Ой, как же не имбово-то, как же не больно. Смотрите, другой склад пришел нас отжимать, да? Именно наш, не какого-то другого, а именно нас. И мешают мне теперь побеждать тот склад, который вот там отбил. Смотрите, это склад воскрес, они сейчас там будут аптечки лутать, все остальное делать, да? Всю грязь, так сказать, совершать. А если должен попытаться все это уничтожить, пока мой склад, заметьте, что они делают, ребятки, заметили, да? Нифига они не делают, они лутают там аптечки, еще какой-то фигней занимаются, да? То есть никто даже не пытается убивать противника, который здесь на халяву лутает аптечки, да? Никто не пытается этого делать. Вы знаете почему? Потому что не гений. Потому что не гений, ребятки. Кто мне там доказывает обратно? Ну, я сочувствую вам. Наверное, вы тоже один из этих гениев, поэтому вам обидно, что я это говорю, скорее всего. Но мне плевать. Я говорю правду. Да. Правду у нас не модно говорить, но мы будем это делать. Я и разработчикам правду говорю. Конечно, стараюсь немножко сдерживаться, потому что, ну... Блин, что-то кнопка не нажимается. Нет, нет, нет! Что за дела? Ничего за фигня какая-то странная. Смотрите, какие-то отбросы непонятные. А, это Рави, наверное, бахнул, да? Ах ты, Рави, на тебе плюху в лицо, задолбал меня уже. Столько времени живут, просто на ровном месте. Ну и сквад лутает аптечку вчетвером. Нормально, у них там все интеллектуальное. Ну хотя их там уже не четверо, их там двое осталось. Ну так вот такое. Зато стеночки больные животные налутали, молодцы какие, а. То есть я дерусь за месяц, соло убивает два склада, они стеночки лутают. Ну как бы, как бы. Не показатель? Нет, не показатель, вы что, вы что. Ну хотя бы не мешали играть. Можно и так сказать, хотя бы. Повезло очень сильно, то, что Бобер такой сильный, по итогу. Очень сильно повезло с этим. Там, кстати, был золотой лук, самое интересное, вот снизу, да, вот здесь вот. Его вроде бы... А, его не залутали. Понял. Я просто думал, что кто-то залутает, а у нас некому оказывается залутать. Об этом я как бы не подумал, да. Но я что-то думал, у Пантеры вроде лук. А у Пантеры же луки есть, да? То есть у нее был откуда-то золотой лук, и он почему-то мне не достался. Интересно, почему. Кстати, ребятки, был баг с легендарным дробовиком в конце. Гений, который прячется с легендарным дробовиком. Вспоминаете, да, мои сквады идеальные? Ну, за Акула Фина, когда играла, офигенно было, когда забирали легендарный дробовик и ничего не делали. Ой, игроки в зубы, да? Они такие мощные, модные. Ну, давайте еще один бой сыграем, посмотрим. Бобер, в принципе, себя неплохо чувствует с феромонами на железной дороге, в центре карты особенно. Потому что у тебя есть возможность наносить очень много массового урона, если за счет этого живешь в основном. Ну, и феромоны очень сильно помогают, когда тебя ближние бой пытаются задушить. Но вот в прошлом бою, там вроде как вот это отражение Рави, оно работало... Опа, видали, да? Красивейшим. Красивейшим образом, ребятки, заферомонили и массовым уроном закинули. Ну, тут повезло, еще Бобер прилетел к нам, да? Это реально было приятно, то, что Бобер... Ой, не Бобер, а этот. Кто-то там прилетел. Смотрите, задушили почти друга на... Друга на... Ну, на чем-то там. На жабе. На жабе, блин. На... Ну, блин, я забыл, как называется персонаж. Как это? Блин, забыл, как же его называют. Сейчас я вспомню. Божья коровка... А вот название персонажа, ребят, сложно, сложно. Сейчас я вспомню, сейчас. Я смогу. О, смотрите, умер. Бади, во. Бади, в общем, все дела. Но Бобер это контра очень многих персонажей, включая Бади. Опять сюда стенку залутали. Вот что за гений, а? Смотрите, опять стенку залутали. Ну, ой, животные. Ладно. Так вот, Бади у нас по итогу очень сильно контрится Бобром, потому что стенка Бобра это жесткая контра. Ну и феромоны. Феромоны все-таки дают очень большое преимущество. Давайте, кстати, посмотрим радиус феромонов на бобре. Давайте выйдем немножко, чтобы было заметнее, да? Вот я ставлю стенку. Видите, радиус феромонов, в принципе, он достаточно неплохой. Достаточно неплохой. Если вы подбегаете к кому-то впритык, ставите перед ним стенку, это, во-первых, вас
так сказать, обезопасивает. Короче, сложное слово, не будем повторять. В общем, это дает вам немножко безопасности, да? Моя команда решила поумирать вся. Красиво, модно, полезные. Ну, мы сейчас побегаем просто, немножко нужно движ поделать активно, чтобы сквад противников немножко не чувствовал себя свободно, как они чувствуют себя сейчас, да, к примеру. О, по бочкам спрятались, офигеть. Пока мой сквад тут спасаются как могут, я тут пчелу, главное, не дать ей ничего сделать особо. У меня баг... Вы видели, где был баг? Вы видели, где был я? Меня убил баг. И еще сквад другой пришел, из ниоткуда. Жесть, да? Это вот около адреналина то, что нет. А вот был бы 5-слотовый гор, он бы был. Ну, либо была бы бицуха. Одно из двух точно было бы. Да. Ну, просто вот в такой ситуации, когда вот такая фигня случается, где баг тебя просто берет, станет, да? Носит свой стан от тин навыка. При этом баг находится фиг знает где. Ты находишься фиг знает где. Но тебя что-то убило. И ты не можешь понять, что. Я лично в этот момент не понял. То ли баг во время стана своего, да, успел нанести мне кучу урона, которого я не видел. Возможно, копье, кстати, было, но это не точно. Опять же, дистанция, там, ни копьем, ни дробовиком баг не должен доставать на такой дистанции. Гранат от него я тоже не особо видел. Очень странная ситуация, что меня только что убило. Конечно, могло быть копье от пчелы, немаловероятно, но мне кажется, это было не оно. Ладно, ребятки, будем на этом заканчивать. Сегодня был у нас радужный бобер, красивый, мощный, модный. Ему бы, конечно, сил побольше, еще бы, да? И 5-й слотик бы. Ну, скоро, возможно, это случится, если какой-нибудь легендарный сундучок выпадет. Но, к сожалению, не под. Видите, как раз легендарного одного сундука не хватает. 1000 жетонов, и он бы был. И был бы бобер с бицушкой. С бицушкой. Нет, в реальности, конечно, надо брать дефибриллятор. Да. Ну, дефибриллятор надо брать на 1800 плюс рейтинга. А я на каком рейтинге не играю, поэтому смысл его брать нулевой. Ну, или играть, если с нормальной командой. Там тоже стоит брать. С рандомами только на 1800 плюс. Ну, вот укол адреналина, он бы смотрелся очень хорошо. Потому что бобру все-таки немножко тяжеловато, когда тебя какой-нибудь вот такой вот любитель копья, такого же жесткого, да, как у бобра, выносит, это прям боль. Это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Как говорится, ждем, когда разработчики наконец-то выпустят вторую часть обновления, выпустят нового персонажа. Надеюсь, это будет... Что-то из этого будет пораньше, да, потому что, если честно, новый персонаж еще не скоро, прям не скоро. Там может прям очень все затянуться, не знаю почему. Возможно, из-за того, что я оставил отзыв о том, что она сказала, что орел бесполезный. Да блин, орел. Сова бесполезная. Как вы считаете, ребятки? Отзыв норм? Ну как, я немножко негативно оценил активный и пассивный навык. Точнее, пассивный навык. Пассивный навык, первобытный инстинкт негативно оценил, потому что... Вот там описание примерно какого бобра. Бобер Бетси теперь отражает летящие снаряды. Но тут-то без разницы, да, какие цифры там, отражения и всего остального. Мы понимаем, что он ставит стеночку, и она отражает. Здесь чем? Здесь нам цифры? Нам здесь цифры не нужны. А вот у друга совы здесь написано, знаете, что следующее? Когда противник близок к смерти, вы можете его добить активным навыком. Ну, это если переводить адекватно, да? Близок к смерти. Очень интересное понятие, да? Я... В прошлом видео по сове, кстати, смотрел это все, проверял. Не работает, оказывается, ребят. Анимация есть, но разница, что вы убили бы активным навыком обычным уроном, да, его. И либо разница с того, что вы его добиваете, одинаковая по урону, понимаете? То есть разницы нету. Хотя написано, что вот он добивает его. А на самом деле это просто обычный урон. Гениально, да? Просто высосали первобытный инстинкт с воздуха. На пустом месте нарисовали и сделали, и типа сказали, что он работает. Это такой ржач был, я прям... Про пассивный навык, да, не спорю. Штука бесполезная максимально. Это вот я буду рассказывать в акуле в следующем видео, да, которое выйдет в понедельник. Это у нас первая неделя заканчивается, да, первая неделя. В понедельник выйдет видео по акуле, я там расскажу вам немножко о бесполезности, да. Там будет в начале. Ну, узнаете очень интересные секреты зуба, да, кому интересно. Так вот, по поводу этого пассивного навыка у совы только, не у бобра, а у совы. Вот видите, да, чего у бобра здесь написано. Есть собственные бревна, чтобы восстановить часть здоровья. Да, можно было написать, что он восстанавливает там 200 здоровья, к примеру, да? 300 здоровья. Ну, там скалируется оно, вы понимаете, от уровня, да? Так вот, на первом уровне там 200 здоровья, и просто от этого, и, ну, меняет обычно первый уровень, а дальше уже проценты, они как бы умножаются, это уже не надо менять. И что получается? Получается, здесь как бы, ну, восстановление часть здоровья, это не особо важно, да? Сколько оно там восстанавливает, вы можете это, в принципе, посмотреть, просто взять и посмотреть, да? Ну, съесть бревно и посмотреть, сколько у вас здоровья восстановилось. И вы, в принципе, знаете, что там 1/4 восстанавливается в среднем, 1/3 где-то восстанавливается, плюс-минус, да? 30% возможно восстановится, может там 27 кинет. Так вот, возвращаемся к сове. Здесь у совы написано, что ускоряет подбор предметов. Да, ускоряет, нереально, это круто.
Ну, а если в бою ты этого не применяешь, да? Не, ну, не применяется, скорее, предмет. Ну, что, это впервые, ну, такое часто бывает. Такое часто бывает, ты просто идешь, что склада победил, победил, проиграл, проиграл. Предметы ни с кого, не, опять же, не выпадают, аптечки ни с кого не выпадают, потому что либо ваш весь склад умирает, либо их весь склад умирает, да, как бы, ну, суть-то одинаковая. Бывают такие ситуации, бывают их много-много. Как, ну, и бывает ситуация, что есть дополнительные предметы, которые можно поднять. Но суть в том, что вот сейчас разбираем ситуацию, когда нету, нечего поднимать. То есть за весь бой у вас, по сути, пассивный навык бесполезный. Бесполезный? Ну, я считаю, если что-то бесполезно на весь бой, это бред. Поэтому я разработчикам так и написал, что бесполезный. Мне хватает описания. Возможно, они решили допилить за счет этого всего, немножко усилить сову. Я буду рад, если это случится именно так. Потому что, ну, реально, ребятки, бесполезный активный навык, ой, бесполезный первобытный инстинкт, который ничего не меняет от обычного урона активного навыка. Очень звучит интересно. И подбор предметов, который, да, неплох по скорости, это, по сути, контра Никсу, второй Никс. Неплохо? Неплохо. Но... ну, как бы... Да, есть у нас бесполезные пассивные навыки и активные навыки. Не будем о них говорить. Но даже на слоне вот это то, что он всасывает воду, это как бы часть механики активного навыка, которая, в принципе, неплохо за восстановление здоровья. Да, ее не всегда можно применить, но если не хватает аптечек, если есть возможность, то ты это применяешь, это очень круто смотрится. Плюс оно блокирует нажатие кнопок у других персонажей. Я имею в виду, если выплюнуть воду в противника. Это очень круто, это такой, знаете, первоначальный движ, который иногда очень сильно может зарешать на слоне. Поэтому это прям работает норм. И это можно использовать, да, не так часто, но как бы это слон, ребятки, вы все знаете, какой он был... ничтожный, сейчас он супер имба, поэтому тут обсуждать нечего. Ну и опять же, первобытный инстинкт в режиме полного противника вокруг Фрэнка замедляет. Ну тоже бесполезный, кстати. Тоже полностью бесполезный, но сейчас за счет дробовика, который аннигилирует все живое на расстоянии там полкарты, ну как бы без разницы вообще, да? Какой тут первобытный инстинкт, какой тут пассивный навык, бесполезный, не бесполезный. Главное, что дробовик вот такая супер имба. Да, ребятки, на этом все, наконец-то. Я все высказал, что хотел. Блин, просто 5 минут вам тут высказывал. Вы извиняйте, что так получилось, но... Вот. В общем, не болейте, пишите, всем пока-пока.